Ярославский судостроитель. Основная продукция завода – сложные суда. Требует рабочих высокой квалификации. Завод проблему застрявшего лифта решает сам и выкручивается, как может. Как обеспечить стабильность кадров? Еда и жилье – вот что может задержать советского пролетария на одном месте. И судостроительный завод выпускает прекрасную мебель и меняет ее на тушенку. Создает свое подсобное хозяйство, выпускает ширпотреб, изготавливает оборудование для железобетонных изделий. И за это ему Московский домостроительный комбинат монтирует дома. 250 квартир в год. В общем, судостроители свой выбор сделали. Совсем недавно въехали в эту квартиру, очень рады, долго очень ждали, 15 лет, наконец-то дождались, очень довольны, квартира еще, конечно, хорошая, но еще много всего надо. Мы считаем правильно, что на заводе большую часть прибыли используют для строительства жилья, ведь все же жилье – это самое главное, самое ценное в нашей жизни.